Впервые на сцене театра драмы имени Веры Комиссаржевской спектакль «Тень» по произведению Евгения Шварца. Пьеса вышла из-под пера писателя почти 80 лет назад, но до сих пор остается актуальной. Это одна из причин, по которой из всех работ знаменитого драматурга режиссер театра выбрал именно «Тень». Мне показалось, что «Тень» хорошо ложится на труппу Уссурийского театра и ложится в темы сегодняшнего дня. Потому что, и не только сегодняшнего дня, разговор человека с самим собой, со своим темным «я», мне кажется, это будет актуально для всех времен. Жанр пьесы «Сказка» обязывает говорить о сложных вопросах и общечеловеческих проблемах простым и понятным языком. Атмосферу волшебства и фантастики создают разноцветные декорации, игра со светом, танцы и яркие костюмы героев. Но вместе с тем актеры не забывают, что сказка для взрослой аудитории. Тут нельзя играть как артист тюза обычного, как для детей, потому что для взрослых, взрослые не поймут. Но и нельзя играть обычным, ну, бытовым языком, потому что это все-таки история не обычная, а сказочная. В спектакле «Тень» вряд ли получится найти абсолютно положительного или отрицательного героя. В этом сказочном мире нет крайностей, как и в реальной жизни. Поэтому сквозь призму красок и фантазии нетрудно разглядеть собственное «я». Театр, в принципе, он должен затрагивать душу. И я думаю, что именно эта пьеса на это нацелена очень сильно. И человек что-то откроет в своем сердце, в своей душе, что-то новое, какие-то грани, и поймет, что они разные, и их надо все принимать. Погрузиться в атмосферу философской сказки уссурийцы смогут совсем скоро. Премьера спектакля «Тень» в Театре драмы имени Веры Комиссаржевской состоится 25 марта в 18:30. Еще один показ пьесы пройдет в воскресенье в рамках фестиваля «Сказочная ночь в театре». Анна Клыга, Анатолий Молчанов, Телемикс.